Коронавирус и вакцинация, дороги и благоустройство. Эти вопросы интересуют жителей Новосибирской области. Их задают специалистам Центра управления регионом. Эту структуру создали менее года назад для помощи людям в общении с органами государственной и муниципальной власти через интернет. Информационная диспетчерская адресует вопросы чиновникам и следит за своевременностью ответа. Уже обработали более 110 тысяч обращений и большую часть из них удовлетворили. Скажем так, государство повернулось в сторону упрощения процедуры коммуникации между человеком, собственно говоря, чиновником. Но все же, если сравнить с количеством населения и социологией, которую мы делаем постоянно, мы видим пока еще недостаточные, наверное, даже наполненность и информированность наших граждан возможностью подачи обращений разными способами.